вами канал Улицы Москвы. В предыдущем выпуске у нас был проезд Олимпийской деревни. А сейчас пройдемся по улице Олимпийской деревни, которая проходит здесь прямо через микрорайончик, который был построен как раз для проживания делегаций с 77 по 80-е годы. Вот для Олимпиады соорудили такую Олимпийскую деревню. Советский Союз не пожалел средств. И вот такая красота здесь выстроилась. А теперь это жилые дома. Кстати, вот скоро свет включат. Поставили тут светодиодное освещение. Очень много фонарей. И тут просто запредельно ярко. В вечернее время. Вот, ну, красиво. Елочки обычные, голубые. Лиственницы. Все тут очень симметрично, ровные эти дома, надо заметить. И довольно плотно они тут друг к другу построены. Зато есть пространство вот между ними. Таким колодцем. Колодцем все это застроено. Может отдаленно. Да нет, наверное. Хотел сказать, Крылатское напоминает. Но отдаленно может быть. Там тоже вот такая колодезная архитектура. Вот. Но здесь все-таки по-своему несколько. И дома строились более ранние годы постройки. Там 77-79. И мне кажется, что, не знаю, мне почему-то кажется, что это хорошие дома. Ну, не могли плохо сделать для гостей. И вот как раз улица Олимпийской деревни проходит по середине данного квартала. Ну, а там вот справа Мичуринский проспект. Так, сейчас у нас движение в направлении улицы Никулинской, но эта улица до нее вроде как не доходит. Ну и, как я уже рассказывал в предыдущем выпуске, нумерация домов здесь через запятую сначала пишется. Мичуринский проспект, запятая, Олимпийская деревня. Ну или без запятой, но вот эти оба названия, и Мичуринский проспект, и Олимпийская деревня, указываются в номере дома. Вот, например, 11-й, напротив тут 12-й. И многие иногда путают дома, которые числятся просто по Мичуринскому проспекту, вот, да, вот с этими домами. Я рассказывал об этом в предыдущем выпуске, повторюсь еще раз. Ну и вот эти вот скверики, они симметричны. Их тут, как понимаю, несколько. Установили тут даже батареи солнечные, видел. Начинают постепенно. Так, ну ладно, это уже детали. А мы двигаемся далее. Удивительно может показаться, что тут нет освещения на этой улице, но эти вот фонари, которые тут стоят, вот они так ярко светят, что тут как днем просто. Вот эти новые светодиодные светильнички, по три тут сделали на столбе. Я думаю, вот те, кто живет тут, им в окна не нравится такой свет, наверное. Хотя светодиодный фонарь, он же тоже на ограниченную площадь светит. Не знаю, в общем, там как-то детали. Но ночью, факт, что ночью тут очень ярко, очень светло в этом месте. Так, ну, в общем, такой симметричный квартальчик. Вот идет сначала дом бело-голубой,
бело-голубой, потом бело-оранжевый, бело-красный. В общем, они в разные, это самое, в разные цвета тут раскрашены дома эти.